Добрый день. Вы искали школу здравого смысла? Вы знаете, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко, вас прекрасно понимаю. Сегодня большинство СМИ переполнены просто информацией, как можно годами ничего не делая, больше того, еще и вредить своему организму, неправильно его кормить, эксплуатировать как угодно. Но вот вам волшебное средство, вот вам волшебная пилюля, вот вам волшебный метод, и ваше здоровье вернулось. И большинство, к сожалению, на это идут. Занимаются очищением печени, почек, суставов, легких, сердца, сосудов. Ну все, казалось бы, можно очистить. Чаще всего вы очищаете собственные карманы и теряете то самое здоровье. Поэтому, если вас, в принципе, интересует школа здравого смысла, ну, вы в нее попали, вы видите координаты, можете позвонить, можете оставить свой электронный адрес. Не вопрос. Это интересная школа. Но это самая интересная школа из тех, которые я веду. Есть школа доктора Скачко. Она включает не только школу здравого смысла. Она включает школу здоровья. Это для тех, кто вот разными путями уже здоровье потерял. Вернее, поменял его на различные острые или хронические болезни. Школа здоровья – это ваш выход. Это комплексный системный подход к вашему здоровью. Для того, чтобы создать для вашего организма оптимальные условия, он постепенно растерял те самые болезни. Вот тут здоровье приобретается, когда вы системно работаете над своим здоровьем, над своим организмом. Дальше вы попадете в школу здорового образа жизни. То есть, когда вы что-то будете делать, но делать целенаправленно, для своего здоровья без экстрима. Любой экстрим, увы, это чаще не приобретение, а потери. Только правильным питанием, которое, кстати, еще одна школа, правильного здорового питания. Только правильное питание может обеспечить вам нормальные, оптимальные условия для активной деятельности на протяжении лет и десятилетий. Все четыре школы входят в школу доктора Скачко. Поэтому вы видите координаты, можете зарегистрироваться. Неважно, какая школа вам в большей степени сегодня нужна, вы можете выбрать любую. О том, что нам будет чем там заняться, чем я могу вам помочь, ну, знаете, немножко информации владею по здоровью, по здоровому образу жизни, по правильному питанию, по фитотерапии рациональной, по другим народным нетрадиционным методам. Ну, частично, видите, стопочку моих опубликованных книг, частичная информация здесь, хотя это не полный перечень. Сюда, если бы я поместил все книги, включая переиздание, книжка, стопка вышла бы за пределы экрана. Ну, за спиной видите немножко дипломов. Там будет о чем с вами пообщаться. Как поднять ваше здоровье, как вернуть ваше здоровье. Вот. А школа абсурда, школа здравого смысла, ну это классная школа. Если вы ее прошли и остались здоровы, нам будет о чем с вами поговорить. Обращайтесь.